Чашки мы прогреваем крутым кипятком. Жена даже любит два раза прогреть. Чашечки прогрелись. Чистый кипяточек сливаем в графинчик. По таблеточке. Почему в руку? Чтобы не потерять. И теперь два раза нажимаем. Получается, загорается вот такой значок. Двойная чашечка кофе. Раздвоенная. Это можно делать, когда у вас излив чистый. Если излив засорен, то в одну чашку нальется больше, в другую меньше. Ждем. Не забывайте смотреть на выполнение, на ход выполнения процедуры вот этой. Это одна чашечка налилась. Сейчас будет наливаться вторая, потому что не закончился ход выполнения процедуры. Все идеально. Для меня и для моей любимой. Кардамончик полезно. Корица тоже полезна.